Здравствуйте, это передача «Заряд бодрости», меня зовут Радмила. У нас сегодня в гостях Ирина Шиляева, преподаватель йоги и организатор фестиваля йоги в Республике Башкортостан. Привет, Ирина. Привет, Радмила. Что ты приготовила для нас и наших зрителей? Сегодня мы будем укреплять мышечный корсет. Во всем комплексе будут простые формы, но мы между собой их будем связывать динамическими виньясами, и он достаточно окажется таким силовым и мощным. Поэтому данную практику я могу порекомендовать для всех уровней подготовки, но начинающим, возможно, будет немного сложно. Но попробовать всегда стоит. То есть это такая разогревающая, динамичная тренировка. Да, вот я говорю, прям слово «мощное» здесь очень подходит. Ох, я заинтригована. Ну что же, присоединяйтесь к нам, мы начинаем. Соединяем стопы вместе. Вы можете перед этим комплексом выполнить еще дополнительный разогревочный какой-то комплекс, но мы с вами только разогреем запястье и потом уже в динамике будем разогревать все тело. Сгибаем руки в локтях, большие пальцы в кулаки, вращение в запястьях в одну сторону. Просто у нас будет очень много планок, и нам нужно, чтобы наши запястья были хорошо разогреты. В другую сторону. А чем полезен вот этот комплекс? Сгибаем, разгибаем. Он укрепляет мышечный корсет. То есть это такой, скажем, остов нашего тела, чтобы была здоровая спина, чтобы были сильные крепкие ноги, чтобы мы свой скелет, так скажем, носили в здоровом теле. Встряхнули, расслабили. Потянули запястье от себя. На себя. Другая рука от себя. Мышечный корсет поддерживает внутренние органы. Не дает им опускаться. На себя. То есть мы укрепляем все тело? Да. Весь тело, организм? Тело, да, в тонусе. Тело становится здоровым, крепким, сильным. Хорошо. Встряхнули, расслабили. Мы разогреемся с помощью Сурья Намаскара. Будем делать два варианта. Это мои любимые комплексы. И любимый комплекс всех моих учеников. Так что, надеюсь, тебе тоже понравится и телезрителям. Ладонь складываем на намасте, за макушку себя вытягиваем вверх. Держим живот подтянутым. Пожалуйста, не проваливайте поясницу. Вот такого движения мы не делаем. Иногда очень хочется сделать прогиб, чтобы красиво встать. Так не делаем. Подворачиваем копчик и подтягиваем живот. Хорошо, движение синхронизируем с дыханием, это очень важно. Начинаем. Вдох через стороны руки вверх, вытянулись. Соединяем ладони вместе, макушкой тянемся вверх. Выдох, наклон 20 пальцев на одной линии. Кому здесь тяжело наклониться полностью и положить ладошки на пол, ноги в коленях можно присогнуть. Вдох, смотрим вперед, вытянули спину, расправились. Выдох, ладони опускаем, планка. Чатуранга. Руки в локтях, сгибаем, локти к корпусу прижаты. Кому тяжело, можно опустить всегда колени. Сделать упрощенный вариант. Вдох, собака мордой вверх. Грудную клетку толкнули вперед, плечи назад, макушкой вытянулись. Не заламывайте, пожалуйста, шею. Сохраняйте пологую линию позвоночника. Выдох, собака мордой вниз. Вытолкнули таз вверх, подтянули живот. Ладошками толкаемся от пола. Дышим несколько циклов дыхания. Дыхание глубокое. Если получается, пятки полностью опускаем на пол. Если при этом скругляется спина, то лучше ноги в коленях присогнуть, оторвать пятки, хорошо вытянуть спину и затем уже поработать с ногами. В приоритете ровная спина. Хорошо, посмотрели вперед, вдох, вернулись. Ногами подшагнули к рукам, вытянули спину. С выдохом наклон. Вдох через стороны, руки вверх, вытянулись. Выдох. Опустили. Еще один круг, вдох. Выдох. Наклон. Вдох, смотрим вперед, расправляемся. Выдох. Кто уверен, отпрыгиваем в планку чатурангу. Кто не уверен, просто отшагиваем. Планка чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Толкаем таз вверх, все отстройки сохраняем корректными, дыхание глубокое, седалищные кости, копчик направляем вверх в потолок, шея расслаблена, несколько циклов дыхания. Хорошо, смотрим вперед, точно так же, либо подшагиваем, либо мягким прыжком возвращаемся, вытягиваем спину, с выдохом наклон.
Вдох через стороны, руки вверх вытянулись. Выдох, руки опускаем. И следующий вариант. Таз назад, поза стула, руки вытянули вверх. Выдох, наклон. Вдох, смотрим вперед, вытянули спину. Выдох, планка, чатуранга. Точно так же прыжком, либо отшагиванием. Отлично, выдох. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Смотрим вперед, правую ногу выставляем на 15 пальцев на одну линию. Левую стопу можно на носочек поставить. Корпус руки вытянули вверх. Поза воина. Супер. Выдох, планка, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Смотрим вперед, левую ногу выставляем. Поза воина. Колено держим над пяткой, угол 90 градусов ноги. Выдох, планка, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Задержались на несколько циклов дыхания. Дышим, удлиняем спину. Хорошо, смотрим вперед. Точно так же либо подшагнули, либо подпрыгнули. Вытянули спину, выдох, наклон. Вдох, таз назад, поза стула. Вытянулись, опустили руки, расправили плечи, встряхнули ноги. Согрелась уже, да? Да, согрелась, разогрелась. Верю. И мы продолжаем. Если у вас сбивается дыхание, лучше остановитесь, восстановите дыхание. Можно всегда сделать два глубоких вдоха, два медленных выдоха, и ваше дыхание восстановится. Соединяем стопы вместе. Таз назад, поза стула, вытянулись. Ладони соединяем вместе, переплетаем большие пальцы рук. Здесь будьте очень внимательны, убирайте прогиб. Копчик направляем вниз, расправляем спину. Отлично. Выдох. Аккуратно ягодицы опускаем на пол. Ноги в коленях согнуты, навасана, половинчатый вариант. Сидим на седалищных костях, не перекатываемся на поясницу. Дальше аккуратно. Если не получится с прямых ног, всегда можно их перекрестить, чтобы подняться. Поза стула. Угу. Дышим. Ровная спина, подтянутый живот. Выдох. Навасана. Навасана, поза лодки. Полный вариант это с прямыми ногами. Мы с вами делаем половинчатый, потому что у нас будет много подходов. Поза стула. Вдох. Выдох. Навасана. Сколько подходов всего? На этом этапе всегда спрашиваю, сколько еще раз осталось? Еще два раза. Поза стула. Спокойно, ровно дышим. Мы не делаем ничего сложного, но мы соединяем между собой асаны, и получается так динамично и сильно. Опустились на асану. Подтянутый живот, расправленные плечи. Перекрест ног. Опускаем пятки на пол, руки опускаем на пол перед собой и аккуратно отшагнули в планку. И у нас виньяса животом вниз. Чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Стопы на ширине таза держим. Угу. Сгибаем ноги в коленях, стопы вместе, колени врозь, ягодицы на пятки. Опускаем лоб и отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Хорошо, вдох, возвращаемся. И мы будем работать с планкой. Настройтесь.
руки ширина плеч. Пальцы обязательно разводим, это очень важно для того, чтобы вы не перегрузили запястье. Когда вы держите пальцы вместе и такой горкой делаете ладошки, весь вес приходится на запястье, и его легко травмировать. Поэтому обязательно пальцы разводим, средний смотрит вперед, основание указательного большого пальца прижато к полу. Стопы на ширине таза, вышли в планку, подтянули живот, подвернули копчик, взгляд в пол. Стараемся выстроить одну ровную линию. Отлично. Поднимаем правую ногу вверх, держим. Не обязательно высоко поднимать. Три точки опоры. Опустили левая нога. Дыхание сохраняем. Опустили правая нога. Опускаем левая. Подтянутый живот. Не бросаем поясницу. И еще раз правая. Чувствуете тепло. Левая. Чувствуете, как тело с каждым разом становится все сильнее и сильнее. Опустили ногу, таз вверх, собака мордой вниз. Вытянулись. Вытянули плечи. Дали им отдых. Еще один подход, немножечко усложняем его, планка. Сгибаем правую ногу в колени, подводим ее к локтю. Переводим бедро к животу, уводим ногу назад. В динамике делаем левая нога к локтю, к животу, назад. Правая, локоть, живот, назад, левая, локоть, живот. И снова правая. И еще раз левая. И таз назад, собака мордой вниз, вытянулись. Согнули ноги в коленях, стопы вместе, колени врозь, ягодицы на пятки, отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Хорошо, и мы вдох продолжаем. Выстраиваем собаку мордой вниз, руки ширина плеч, ноги ширина таза, вытолкнули таз вверх. И с этого положения аккуратно. Мы будем работать с плечами. Пожалуйста, следите за комментарием, будьте внимательны. Смотрим на свои ладошки. И с этого положения сначала выворачиваем локтевые сгибы вперед и пробуем локти опустить на пол. Не боимся. Да, отлично. И пробуем подняться снова вверх. Живот все время при этом подтянут. Опускаемся, поднимаемся. Делаем 6-8 раз. Чувствуем, как работают плечи. Угу. Вот это, конечно, для меня тяжело. Да. Ну, те, кто никогда не делал это упражнение, будет немножко сложно. Мне тоже было сложно. Но это вот такой вариант проработки плечевого пояса. Хорошо, отлично, закончили, вытянулись и вышли в положение планка с локтей, опустили предплечье на пол. И мы делаем следующее. Переводим руки параллельно предплечьям друг к другу, получается, в поперечное положение. И с этого положения мы начинаем шагать, выталкивая таз вверх, перешагивая руками движение. Одна рука, другая, максимально, настолько, насколько получается увести таз назад, выйти в крайнее положение. И снова возвращаемся в планку. И делаем такие три прогулки. В одну сторону, три в другую. Сильный плечевой пояс, подтянутый живот, сильные мышцы спины. Если три раза для вас много, конечно же, сокращаем и начинаем с малого. И в очередной раз пришли, подтянули живот и зафиксировались в статичном удержании. Угу. Супер. Опустили колени на пол, увели таз назад, вытянулись, отдыхаем. В практике мы всегда соблюдаем принцип от простого к сложному. Не нужно делать сразу каких-то сложных форм, сложных связок. Начинайте с малого. И постепенно усложняете, увеличиваете нагрузку.
Восстанавливаем дыхание. Дыхание спокойное, ровное. Я готова. Продолжаем. И снова у нас немного работы в планке. Выходим в классический вариант планки, и мы будем ее сочетать с боковой. Боковая планка, как правило, многим людям сложнее, чем обычная классическая. С этого положения мы аккуратно вес тела переносим в правую сторону, левую ногу заводим на правую, левую руку вытягиваем вверх, тело натянуто, как струна, живот подтянут. Выходим в классическую, переходим на левую сторону и делаем так по 3-4 раза на каждую сторону. Важно опорной рукой от пола толкаться, а не висеть на плече. И живот всегда держать подтянутым. Следим за дыханием. Дыхание не задерживаем. И по последнему разу. И заканчиваем классической планкой и держим ее. Подтянутый живот. Чуть подсгибаем руки в локтях, если локти выворачиваются. Запястья держим под плечами. Отлично. Таз назад, собака мордой вниз, вытянулись. Ноги в коленях согнулись, стопы вместе, колени врозь. И у нас поза отдыха. Опускаем лоб на пол. Расслабляемся. Только не поза отдыха, а поза для отдыха. Расслабляем плечи. Не-не, ты лежи. Восстанавливаем дыхание. При силовых комплексах очень часто хочется задержать дыхание и как-то выполнить форму, выполнить связку. Но этого делать не нужно, иначе теряется эффективность. Тело перестает насыщаться кислородом, поэтому задержки дыхания не допускаем. Только при специальных случаях, особенно когда работаем с дыхательными практиками, с пранаямой, тогда мы делаем задержки. Хорошо, собака мордой вниз, вытянулись, посмотрели вперед, сделали перекрест ног и аккуратно пересели на ягодицы. Да, это такая вот задачка, перейти в это положение. С первого раза не сразу получится. Да. Сгибаем ноги в коленях. Будьте внимательны к ощущениям в своих запястьях. Если вдруг они сильно нагружаются, снижайте нагрузку. И делайте меньшее количество подходов. Уводим руки назад, поза стола. Пальцы смотрят вперед, ноги на ширине плеч, колени тоже. Вспоминаем о том, что колени мы вместе не сводим, мы держим их также на ширине плеч. Будьте аккуратны, у всех все получится, следуйте комментариям, и все будет здорово. На вдох выталкиваем таз вверх, поза стула. Выдох, руки в локтях остаются прямые. Таз уводим назад, ноги в коленях прямые. Угу. И снова поза стола, вдох, выдох, таз назад, ноги выпрямляем. Отлично. И еще 4 раза вдох, выдох, вдох, выдох, таз назад, ноги прямые. И снова вдох, выдох, и крайний раз, вот уже супер, вдох. Выдох, опустили ягодицы, большие пальцы в кулаки и порвощали в запястьях. Снимаем нагрузку. Здесь так здорово, плечи прорабатываются. Да. В другую сторону. Встряхнули, постучали, расслабили. Хорошо. И сразу продолжим. Здесь не будем делать длительный отдых. Находим свои седалищные кости. Это такие косточки на ягодицах, которыми вы упираетесь в пол, когда садитесь. А то иногда меня спрашивают, где они. Сразу оговариваюсь. Расправляем грудь, плечи и отводим корпус назад. Пожалуйста, не скругляемся, не кладем поясницу на пол. Мы начнем с навасаны и будем соединять ее с артханавасаной. И тем самым проработаем и мышцы спины, и мышцы живота. Приподнимаем ноги.
Руки выставляем вперед, ладошки смотрят друг на друга. Кто уверенно себя чувствует, ноги в коленях можно выпрямить. Но это усложнит задачку. Сильно усложнит. С этого положения аккуратно опускаем поясницу на пол, ноги остаются. Ноги выпрямляем, оставляем их на весу. Голова, плечи, руки тоже на весу, прижат только поясница. С этого положения вдох навасана. Дышим. Выдох, артха навасана. Поясницу прижимаем к полу, ноги прямые. Вдох навасана. Выдох, артха навасана. Навасана. Еще три раза. Артха навасана. И снова навасана. Полный вариант лодки. Половинчатый вариант артха. Артха в переводе с санскрита — это половина. Навасана. И вернулись. Опустили ноги и отдохнули. Расслабляем живот, расслабляем спину. Можно прикрыть глаза и подышать восстанавливающее дыхание. Вдох глубокий, выдох медленный. Отпускаем нагрузку, расслабляем тело, даем ему восстановиться. Хорошо. Открываем глаза и будем продолжать. Аккуратно переходим в положение лежа на животе. Соединяем ноги вместе. Руки ставим перед собой, пальцы смотрят друг на друга. Приподнимаемся и расправляемся. Увеличиваем расстояние между нижними ребрами и тазом и опускаем живот снова на пол. Руки в локтях сгибаем по сторонам от грудного отдела. Внимательно к шее, никаких заломов не создаем, линию позвоночника выдерживаем. На вдох поднимаемся вверх, сводим лопатки вместе. Выдох, выпрямляем руки. Вдох, сгибаем. Выдох, опускаемся в 4 этапа. 8 раз. Вдох вверх. Выдох. Вдох, согнули. Выдох, опустили. Мышцы спины чувствуем, зону между лопаток чувствуем. Вдох. Выдох. Вдох, согнули. Выдох, опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще 4 раза. Вдох. Выдох. Руки выпрямили. Вдох, согнули. Выдох, опустились, отдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще 2 раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, крайний раз вдох, выдох, вдох, выдох. Увели руки назад вдоль тела. На вдох поднимаемся в статике, держим. Отрываем голову, плечи, руками тянемся к ногам. Ноги оставляем на полу. Лежа на животе, дыхание усложняется, но мы стараемся продолжать дышать. Пусть немного с затруднением. Отлично. Руки выставили вперед. Увели таз назад, стопы вместе, колени врозь, ягодицы на пятки, в наклоне. В расслабляющей позе отдыхаем. Восстанавливаем дыхание, расслабляем живот, расслабляем спину, плечи. Осознанное расслабление. Мы не просто лежим. Мы осознанно расслабляем плечи, спину, живот. Восстанавливаем дыхание. Со вдохом возвращаемся и будем завершать наш комплекс динамичной такой связкой. Она будет очень сильная. Кому будет тяжело,
там будет чатуранга, опускайте колени на пол. Сделаем по три раза на каждую сторону, и затем перейдем уже к шавасане. Будем отдыхать и восстанавливаться. Встаем в классический вариант планки на прямых руках. Настраиваемся. Правую ногу отрываем вверх. Выдох, чатуранга, нога на весу. Вдох, собака мордой вверх. Да, ногу опускаем. Выдох, собака мордой вниз. Посмотрели вперед, планка. Левую ногу поднимаем вверх. Выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Снова планка, вдох. Правая нога вверх, выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, планка, левая нога, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх, умница. Выдох, собака мордой вниз, еще по одному разу. Планка, правая нога, выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. И левая нога финальная. Левую ногу вверх, выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Изгибаем ноги в коленях. Аккуратно переворачиваемся на спину. Раскладываем себя в шавасану, в заслуженную. Позвонок за позвонком. Выпрямляем ноги. Располагаем руки вдоль тела ладонями вверх. Внимание переводим на дыхание, восстанавливаем дыхание. Естественный вдох, естественный выдох. Отпускаем дыхание. И позволяем ему происходить спонтанно и естественно. С каждым выдохом расслабляется все тело. Расслабляются пальцы ног, стопы, щиколотки, икроножные мышцы, голень, колени. Расслабляются бедра, ягодицы, поясничный отдел, мышцы спины, лопатки. Расслабляются все глубокие мышцы вдоль позвоночника. Расслабляется низ живота, живот, грудной отдел. Расслабляются все внутренние органы. Расслабляются пальцы рук, ладони, запястья, предплечья, локти, плеч. Расслабляется шея, мышцы лица, межбровное пространство, голова. Все тело полностью, от макушки головы до пальцев ног, расслабляется. Позвольте этому расслаблению быть. Все ваше тело полностью расслабилось. Каждая клеточка тела восстановилась и наполнилась. И мы можем постепенно возвращаться в обновленное, здоровое, красивое тело. Чувствуем форму тела, чувствуем соприкосновение тела и коврика, прислушиваемся к внешним звукам,
Сделаем глубокий вдох и выдох. Бережно шевелим пальцами рук, пальцами ног, чувствуем все свое тело. Соединяем ноги вместе, руки вытягиваем за головой, мягко подтягиваемся. Затем аккуратно переворачиваемся на правую сторону, еще немножечко отдыхаем. Приходим в себя, возвращаем сознание в физическое тело. И помогая левой рукой, аккуратно оттолкнулись от пола, поднимаемся с закрытыми глазами, садимся в удобную позу с ровной спиной. Руки свободно кладем на колени, глаза остаются закрытыми. Через стороны на вдох руки вверх. Выдох, ладони перед грудью. Ладошки до тепла растираем. Накладываем теплые ладони на глаза. Закрытыми глазами взгляд направляем вверх, вниз, влево, вправо. Рисуем большой круг по часовой стрелке, против часовой. Смотрим на горизонт, на самую дальнюю точку, на кончик носа. Смотрим прямо перед собой. Открываем глаза, поморгайте, и затем ладошки опускаем, и наша практика завершена. Спасибо, что были с нами. Намасте. Огромное спасибо, Ирина, за такой мощный комплекс. Спасибо вам, что присоединились. До свидания. Будьте здоровы.